Стулья, тумбочки, постельное белье и еще множество других предметов обстановки. Необходимые вещи, чтобы окончательно укомплектовать новое инфекционное отделение для пациентов с COVID-19. Более 5000 своих товаров передала Химкинской областной больнице компания IKEA. Предоставили на безвозмездной основе. IKEA предложила благотворительную помощь по оборудованию мебелью больницы и постельным бельем. Сегодня привезли 20 тонн своей продукции. В короткие сроки хирургический корпус Химкинской областной больницы был перепрофилирован под отделение для борьбы с инфекцией. Каждая палата оборудована индивидуальной системой вентиляции. Химкинская инфекционка рассчитана на 270 пациентов.